Полигон Чистцы был открыт в 1974 году и проработал 40 лет. В 2014-м закрыт. Еще 3 года спустя началась его рекультивация в рамках президентской программы «Чистая страна». Это сложный технологический процесс, состоящий из нескольких этапов. Сегодня сформировано и изолировано от окружающей среды новое тело полигона. Вывозится и утилизируется ядовитый фильтрат. И за ходом всех этих работ мы вместе с экологами и представителями инициативных групп, жителей, ведем постоянный мониторинг и контроль. В режиме реального времени на объекте работают видеокамеры и посты мониторинга атмосферного воздуха. По плану рекультивация должна завершиться до конца этого года. Предприятия, которые работают с нарушениями, в зоне особого контроля. В 2021-м была пресечена деятельность бетонных заводов в Малых Веземах и Брехово. Мы заставили горе-коммерсантов под ноль демонтировать заводы и вывести весь строительный мусор. Повторюсь, со всеми, кто готов работать цивилизованно в рамках закона, мы общий язык всегда найдем. Активно реализуется в Одинцовском округе и губернаторская программа «100 водоемов». В прошлом году привели в порядок излюбленное место отдыха многих одинцовцев – Глазынинский пруд. Береговая и водная гладь полностью была очищена от болотных растений, от сухостоев и от урбанистических отходов. Я говорю о пластике, железе и стекле. В планах на этот год очистка каскада прудов в Новой Трехгорке. Пройдут и полюбившиеся жителям экологические акции по высадке деревьев и, конечно, субботники. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».